Друзья, приобрела вот такую пряжу. Пряжа Авичи, шерсть 100%. Трехжильные вот такие вот ниточка. Здесь вот завязывается с одной стороны фабричная завязка. И завязывается с другой стороны. Вот здесь вот буду разрезать ножницами и раскручивать бухту, клубочек. Получится с такой бухты у меня два больших клубочка. Ниточка здесь очень толстая, трехжильная. Очень удобная пряжа, очень вяжется легко и быстро. Вязать я буду на 5 спицах. Спицы носочные, специальные для вязания носков и для вязания следочков. В пяточку буду добавлять добавочную ниточку или ниточку ирис. Очень понравилась мне пряжа. Очень мягкая и очень теплая. Получится очень теплые носочки и следочки. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся скоро в новом видео. Пряжа одобрена кошечкой Муси. Муси, тебе понравилась моя пряжа?